Здравствуйте, мы находимся в ресторане «Боцман» в Упертале. Я приготовлю мясные рулетики. Для этого нам необходимо мясо, баклажаны жареные, копченое мясо, сыр тертый, белое сухое вино и растительное масло. Вбиваем мясо в свинину как можно тоньше. Берем отбитое филе, ложим на него обжаренный баклажан, посыпаем перцем, солью, ложим копченое мясо, посыпаем сыром тертым и заворачиваем в виде рулетика. Вместо копченого мяса можно положить шпек. В разогретую сковородку мы наливаем подсолнечное масло побольше. И ложим рулетик. Теперь мы переворачиваем мясные рулетики на другую сторону. Наливаем белое сухое вино, грамм 50. И закрываем крышкой. Прошло 20 минут, наши рулетики готовы. Приятного аппетита!